Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео мы вместе с вами будем вязать чайку. Я буду показывать вот на этой чайке. Вот это все мы вместе с вами будем вязать по петельный мастер-класс. Ну а дальше уже длину и резинку сами вывяжете. И рукава тут тоже все просто. Наберете петли, подрезы поднимите и по прямой вывяжите и резинку. Итак, давайте по порядку начнем. Из чего я вязала первую чайку? Я ее активно уже носила. Все классно. Единственное, вот здесь по горловине я провязала крючком, потому что горловина растянулась. Здесь я пропустила вот дорожку крючочком. Это единственное, что я захотела изменить в этой чайке. Поэтому вторую чайку я вяжу вообще без изменений. Все точно так же буду вязать, потому что мне в ней комфортно. Так, эту чайку вы показала, да? Я ее вяжу сейчас из пряжи вот такой вот Катания от Шахенмайер. Это хлопок, цвет 105-й. 100% хлопок, 50 грамм, 125 метров. А, так, и вторая ниточка, это вот такая вот бобинная нитка. Вот такой вот красивый люрикс, он переливается. Просто соединила, вот добавила сюда вторую нитку. Вот так, в две ниточки вяжу. Вот этот цвет, это просто вот в две нитки. Я вяжу. Можно другой цвет какой-либо взять. Главное, метраж, чтобы одинаковый был. Либо люрикс какой-нибудь взять, ниточку добавить. Тоже будет хорошо смотреться. Я не хотела прям такого яркого, явного переходов. Поэтому взяла такой цвет. Итак, розовую давайте посмотрим. И размеры я вам в сантиметрах скажу. Ее ширины. Все. Эту чайку пока я вот сюда отложу. По розовой чайке, смотрите, у меня пряжа вот такая вот Катон, тоже 100% хлопок, цвет 99, 50 грамм, также 125 метров, но вот этот хлопок, он помягче, чем Катания. Смотрите, вот, но мне кажется, он мягче, и у Катании как будто сильнее крутка, ну посмотрим. 7 мотков у меня ушло вот этого розового цвета. И по одному мотку вот такие королевские пайетки от Кутнор. И вот такие мелкие пайетки от Кутнор. Если эту пряжу я вязала в одну нить, а вот эти две соединила. Вот эти в две ниточки вязала. И вот эти вот пайеточки, это две нитки. А вот здесь одна нитка вот этого Катон. Таких надо по одному мотку. Все можно приобрести в интернет-магазине пряжа Су. Можно воспользоваться промокодом. Что скажу про эту пряжу? Так как я активно ношу, я считаю, что я вам обязана просто это сказать и показать, то пряжа подскатывается. Ну как? Так, что-то... Где здесь? Где-то у меня здесь немножечко подскатывается. Вот здесь, наверное, вот немножко есть, да? Видно, нет, вот катышки, вот они, катышки, вот. Вот, наверное, лучше видно. Немножечко скатывается, но это все можно вот легко вот убирается. Вот тоже катышки. Вот, ну это все вот так убирается, потому что это мягкий хлопок, но к телу очень-очень приятный. Оно вот так все ощипывается, вот и убирается. Я думаю, что я все равно должна была вам об этом сказать. И давайте скажу размеры, да, своей чайки. Сейчас посмотрю, если на столе здесь влезет она. Так, вот она ширина, да, чтобы вам точно уже сказать. Ширина 52 сантиметра. У меня где-то фат груди 96-98, и вот 52 ширина чайки, да. Теперь вот по переду длина от V-образного выреза, вот так вот померю я вам, 50 сантиметров. Но знаете, длина вот эта, я считаю, это индивидуально. Может, вы от проймы захотите длиннее, да?
резинку, давайте скажу, снизу резинка 5 сантиметров, ну там тоже значит 5 сантиметров. Ну, рукава тоже я не вижу смысла, у всех руки как бы разные длины, у меня вот 40 сантиметров. Вот такая вот резинка на рукавах, закрыта иглой. Мастер-класс по закрытию иглы есть. На горловине обычный набор петель. Так, что еще сказать вам? А, ширину рукава, наверное, в верхней части надо сказать. У меня всегда это. В верхней части ширина рукава 16 сантиметров. Где-то 16 вот сантиметров. Подрезы, конечно же, вот здесь есть подрезы. Единственное, нет ростка, но росток в чайке по желанию вяжется, можно вязать, можно не вязать. Я не вязала, и вроде бы все в порядке, как бы все нормально, ну, никуда ничего не тянет. Теперь это моя любимая кофта, я ее постирала для съемок, но не удержалась, не основа ее надела и ношу прямо активно. Вроде бы так все замерила, да, вам рассказала, показала. Ну и, наверное, давайте перейдем к вязанию вот этой вот чайки. Да? Спицы. Господи, спицы, спицы. Для резинки 2,5. Для основного полотна 3,25. Но так как я вяжу рыхло, я взяла 3,25. Если вы вяжете туго, можно даже 3,5-4 взять спицы. Смотрите сами, вот у меня спицы. Вяжу я здесь на чагу. 3,25. Они у меня были свободны, я начала вязать 3,25. Но на четверке, я думаю, у меня было бы рыхло. Так, все основные моменты вроде бы рассказала. Если что-то не сказала, то вы мне пишите. И давайте перейдем уже к мастер-классу и начинали набирать петли. На спице номер 2,5 будем набирать 127 петель. Берем длинную вот ниточку, вытягиваем, чтобы у нас получилось 127 петель, и набираем самым обычным способом на одну спицу. Делаем вот первую петлю и дальше набираем 127 петель. 127 петель набрала. Далее вот смотрим, чтоб не перевернулась наш набор петель. И замыкаем в круг. Здесь вот так распределяем. И замыкаем в круг. С левой на правую переносим петлю, подхватываем на правой и протягиваем. Все. У нас теперь на спицах 126 петель. Подтягиваем кончики, одеваем маркер и вяжем резинку. 1 лицевая, 1 изнаночная. Это первый подготовительный ряд. Лицевая, изнаночная. Я вяжу классическим способом изнаночную петлю. Обычно при резинках я это использую. Лицевая и изнаночная. И так вяжем весь ряд по кругу. Лицевая, изнаночная. Так, смотрите, я провязала первый ряд, да, резинки лицевая, изнаночная. Далее отсчитала 62 петли, и вот здесь, где идет лицевая петля, вот она, видите, лицевая, а по краям изнаночной поставила маркер. Здесь будем прибавлять петли в каждом ряду, когда будем вязать резинку. Резинку будем вязать 12 рядов, и каждый раз вот здесь прибавлять с двух сторон от этой лицевой петли петли. Итак, довязываем, вот где лицевая, вяжем также лицевую, где изнаночная, вяжем изнаночную. Так довязываем до маркера, который там стоит. Вот я дошла до маркера, вот он, провязываю
изнаночную петлю. Значит, вот здесь изнаночная идет, следующая должна быть лицевой. Поднимаю вот так петлю, вот таким образом, и провязываю за переднюю стенку лицевую скрещенную. Вот, провязала. Следующая петля идет у нас лицевая. Вот, поднимаю вот эту вот перемычку, одеваю вот так на спицу, чтобы нитка была с этой стороны, а за заднюю стенку вот так провязываю лицевой скрещенный. Все, я прибавила петли, вот видите, с двух сторон. Далее вяжем по узору: изнаночная, лицевая. Итак, довязываем полностью ряд снова до этого момента и будем прибавки делать в каждом ряду. Итак, довязываем. Так, смотрите, я довязываю вот до этого момента изнаночная. Вот прибавленная петля у нас идет лицевая, да, и вот она, вот эта вот центральная. Здесь была лицевая, значит, теперь добавляем изнаночную. Снова поднимаем вот так петлю. Вот, прибавки идут в каждом ряду, и провязываем ее за переднюю стенку изнаночной. Добавили. Следующая петля лицевая. Поднимаем протяжку таким образом и провязываем ее изнаночной. Добавляем петлю снова. Так. Добавили. А далее вяжем снова лицевая. Вот идет изнаночная. Мы так сделали два прибавления. Дальше уже самостоятельно вяжите и прибавлять лицевую, то изнаночную. Так, мы прибавим 24 петли, 12 петель с одной стороны, 12 с другой. Всего 12 рядов резинки 1 на 1. Итак, вяжите самостоятельно 12 рядов и в каждом ряду прибавляете петли по узору. Так, я провязала вот 12 рядов, вот они все эти прибавки, 12 петель с одной стороны, 12 петель с другой стороны, всего добавилось 24 петли, и теперь на спицах у нас 150 петель. Далее один ряд вяжем лицевыми петлями, вот здесь последнюю изнаночную, и меняем номер спиц. Я взяла спицы Чиагу, это 3,25, можно 3,5. Смотрите сами, четверочку уже из какой пряжи вы вяжете. И следующий ряд вяжем просто весь ряд лицевыми петлями. И далее будем распределять петли. Итак, провязываем самостоятельно весь ряд лицевыми. Так, смотрите, я провязала один лицевой ряд и уже расставила маркер. Сейчас вместе с вами их будем расставлять тоже. Я вам расскажу. Смотрите, вот она, эта центральная петля, да? Я обозначила ее одну вот маркерами с двух сторон, так как здесь идет прибавление с двух сторон, вправо и влево. Далее, от вот этой центральной петли 37 петель в одну сторону. Вот он, маркер. 37 петель в другую сторону, маркер. Далее отсчитываем 15 петель, маркер. 15 петель и красный маркер — это начало ряда. С этой стороны, смотрите, вот центральная, 37 петель, маркер, 15 петель, маркер, 15 петель, маркер. Все. Далее будем делать прибавление. Сейчас я покажу, это второй ряд, покажу, как делать прибавки. Смотрите, с левой стороны мы прибавляем перед маркером 3 раза. С правой стороны мы делаем вот 1, 2, 3 прибавки мы делаем после маркера. А по центру мы прибавляем с двух сторон. И давайте начнем вязание, да? Вот здесь у нас центр, да, где мы вот начинали, и начинаем вязать.
Итак, начинаем вязать лицевыми петлями. И вот, смотрите, мы доходим до первого маркера, да, и делаем прибавление перед маркером. Вот здесь мы поднимаем петлю, надеваем на спицу и за переднюю стенку делаем лицевую скрещенную. Перекидываем маркер, далее вяжем лицевыми до следующего маркера. Вяжем до маркера. Вот мы до него дошли. И здесь делаем точно такую же прибавку перед маркером. Вот так одеваем и за переднюю стенку лицевой скрещенной провязываем. Перекидываем маркер. Далее вяжем здесь, смотрите, вот до следующего маркера. Вот я дошла до маркера. И снова такая же прибавка. Поднимаем и за переднюю стеночку провязываем лицевой скрещенной. Все, провязали. И вяжем до центральной петли. Вот сейчас лицевыми 37 петель. Вхожу до нее. Здесь вяжем прибавки с двух сторон. Вот, дошли до маркера. Как в реглане, поднимаем петлю, провязываем за переднюю стенку, перекидываем маркер, лицевая, перекидываем маркер, поднимаем петлю и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Все, вот здесь вот такие прибавки. Далее вяжем до следующего маркера. Смотрите, это уже левая сторона. И здесь идут прибавки после маркера. Обязательно не перепутайте ничего. Здесь идут после маркера. Вот сейчас я дойду. Я дошла, смотрите, до маркера. Перекидываю маркер. Поднимаю петлю и за заднюю стенку вот так провязываю лицевую скрещенную. Дальше вяжу до следующего маркера. Смотрите, довязала вот до маркера. Перекидываю маркер, снова поднимаю и за заднюю стенку провязываю лицевую скрещенную. И вяжем до третьего маркера. Вот здесь у нас серединка была так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тут. Начало ряда. Вот. Вяжем. Это как бы окончание прибавок, красный маркер. Перекидываем вот маркер и после маркера поднимаем снова петлю и вяжем за заднюю стенку лицевой скрещенной и довязываем ряд, тут 7 петель. Вы можете здесь как-то обозначить, что это начало ряда. Все, вот, провязали второй ряд с прибавлением. И сейчас я покажу, по какой схеме делать такие прибавления. У меня расписано. Я вязала 52 ряда. Так, вот. Вот она, вот эта схема. 52 ряда. Вы можете на листочке их нарисовать. Переписать, да? И смотрите, вот эти плюсы, это прибавление у меня. Вот, я прибавила второй ряд, четвертый, шестой, восьмой, десятый, тринадцатый, шестнадцатый, девятнадцатый, двадцать втором, двадцать пятом, двадцать восьмом, тридцать первом, тридцать четвертом, тридцать седьмом, сороковом,
41, 43, 45, 47 и потом в 51 ряду сделала прибавки. Далее, смотрите, я разметила свои полосы. Вот это я вязать буду белым цветом. Здесь буду голубым цветом. Здесь, а вот где П, это голубым цветом 3 ряда. Далее вот белым цветом галочки. Далее плюсики, это голубым цветом. Галочки белым цветом. Плюсики голубым, галочки белым. И вот так далее. 52 ряда буду вязать. И прибавлять петли в этих рядах, где идут плюсы. Это все буду сейчас отмечать. Когда мы свяжем 52 ряда, я свяжу, то тогда уже встретимся, да? Я думаю, здесь понятно, да? Как это все теперь вяжется? Вяжется по кругу. Прибавки в начале ряда 1, 2, 3 раза делаются перед маркерами. Здесь по центру с двух сторон. А здесь 3 ряда после маркера делаем. Все, провязываем далее самостоятельно по схеме, которую вот эту я вам показала, да? Можете на листочек это все перерисовать и вот так же плюсики все писать. И потом встретимся. Так, смотрите, я довязала, сделала все прибавления. Уже у меня разделено все полотно на рукава, перед и спинку. Сейчас вместе с вами это разделим. Я вот, чтобы показать, как это все лежит. Вот так. Давайте померяем, сколько у меня получилось по длине. Так, сейчас вот. Если от резинки брать, и вот так у меня где-то вот 23 сантиметра вышло. И смотрите, как я поделила. У нас, смотрите, 19 прибавлений, да? В 41 ряду нет прибавки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 прибавок по 8 петель. Это 152 петли мы добавили. Изначально было 150 петель, и сейчас у нас на спицах 302 петли. Далее я поделила рукав 54 петли рукава, перед 99 петель и спинка 95 петель. Так, как отсчитывать? Смотрите, перед у нас 99 петель. Я беру на перед больше петель, если у вас больше грудь, а узкая спина, можно даже на переднюю часть взять еще 6 петель, добавить со спины, да? Но не с рукавов. Итак, смотрите, вот у нас одна центральная петля. Вот, одна. И от нее мы вправо отсчитываем 49 петель и влево 49 петель отсчитываем, у нас получится 99 петель. Далее, потом вот здесь мы отделяем, да, одну и вторую сторону и переснимаем на нить 54 петли рукав. Но рукав, смотрите, я рукав брала, сейчас скажу, 37 сантиметров, по-моему. И поэтому у меня здесь рукав 54 петли. Если вам этого мало, можно добавить петли со спинки, либо спереда. Смотрите уже, как вам. Ну, широкая сверху у вас рукав или нет. Потому что сейчас мы еще подрезы будем добавлять. Далее спинку отделила тоже. Вот она, спинка идет. И на спинке у меня 95 петель. Вот она, спинка, 95 петель. Все, теперь мы будем добавлять петли подрезов и вязать укороченными рядами. Почему укороченными рядами? Потому что у нас, смотрите, спинка идет прямая, да, а по переду треугольник. И чтобы вот этот треугольник выровнять, с каждой стороны мы будем каждый раз туда-сюда вязать и захватывать по 3 петли. 3 петли захватили, развернулись, вяжем спинку. С этой стороны 3 петли захватили. И будем туда-сюда гонять полотно. Все. Теперь будем вязать. Итак, я сейчас переодену петли, потому что у меня начало ряда я переснимала спицы, да? Вот, спинку. Вот здесь, вот, начало ряда было, да, у нас, помните?
можно начало ряда перенести, можно здесь так и оставить. Вот у меня ниточка осталась, вот здесь начало ряда, можно обозначить здесь начало ряда, как вам больше нравится. Ну, давайте здесь, как он был начало ряда, вот у меня смена нити идет, да, по спинке, так и осталось. Ну, давайте я вот здесь где-то маркер поставлю, будет начало ряда. Вот, смотрите, я обозначила начало ряда, это петли спинки, они все-все провязаны. И вот здесь мы сейчас будем добавлять петли. Сколько добавлять петель? В прошлой, в розовой, я добавляла 11 петель. Ну, наверное, так и добавлю тоже 11. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 петель. Можно 13 добавить. Ну, это по желанию. Ну, давайте 13 добавим. 11, 12, 13. Пусть будет 13. Теперь, смотрите, это петли переда. Видите, у нас центр здесь и петли переда. Мы провязываем от переда только 3 петли. Вот, вот здесь, если вот дырочка большая, вот получается, да, можно вот в нижний ряд провязать лицевую. Вот. Раз, два, три. 3 петли провязали, разворачиваем вязание, развернули, смотрите, сняли первую петлю на правую спицу и вот таким вот образом перекинули и хорошенечко затянули. Вот двойная петля, перекидываем и вяжем в обратную сторону. Вот раз, два. И вот здесь, смотрите, здесь тоже изнаночными петлями мы вяжем 13 петель, значит 6 петель мы вяжем изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять, шесть петель мы провязали изнаночными. И хочу сделать имитацию шва. Поэтому одна петля лицевая и снова 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Здесь вот запомните, одна петля будет всегда вязаться с лицевой стороны изнаночной петлей, с изнанки она лицевая. И далее вяжем все петли спинки. Итак, провязываем петли спинки до конца. Смотрите, я довязала петли спинки и надо добавить 13 петель. Так как мы вот так, да, добавляли петли с той стороны, а это изнанка, то наоборот, вот добавляем 13 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и 13. Добавили 13 петель. Вот у нас петли переда и провязываем 3 изнаночные петли. Смотрите, если вот здесь будет большая дырочка, можно тоже в нижний ряд тогда провязать. Вот раз, два и три. Петли провязали, разворачиваем вязание, снимаем вот эту петлю и перекидываем на себя. Вот на себя перекинули, получилась вот здесь двойная петля и вяжем лицевыми петлями. Вот два, да? И здесь вяжем 6 лицевых, 1 изнаночная. Раз, два, три, так, четыре, пять, шесть лицевых, 1 изнаночная,
6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. Все, подрезал, так мы будем здесь вязать 6 лицевых, 1 изнаночная. И далее вот вяжем все петли спинки лицевыми и доходим снова до двойной петли до переда, и покажу, как ее провязывать с лицевой стороны, и захватываем еще 3 петли. Итак, довязываем. Я провязала, смотрите, подрез, 1 изнаночная здесь, дошла вот двойная петелька, вот так целиком вводим спицу и провязываем ее лицевой, и подтягиваем, и провязываем 3 петли лицевых, 1, 2, 3. Здесь снова 3 петли захватили и разворачиваемся, это я вам уже показывала, снимаем петлю, перекидываем, затягиваем хорошо, перекидываем нитку и вяжем в обратную сторону. Вы можете заметить, что я то бабушкиной изнаночной же, то классикой. А когда я вяжу крайнюю петлю, вот сейчас дойду, я ее провяжу бабушкиной, тогда она, когда перекидывается, она получается двойной, легче разворачивать, не надо сторон. Здесь вот лицевая. И теперь вот довязываю снова до двойной петли и покажу, как ее там вязать изнаночной. Смотрите, вот я дошла до двойной петли, да, вводим спицу с обратной стороны, вот целиком, вот так, провязываем ее изнаночной, все, и захватом еще 3 петли, 1, 2, 3. Снова разворачиваем вязание, снимаем первую петлю, на себя перекидываем и вяжем снова лицевыми петлями. И так мы вяжем, пока вот здесь не дойдем до центра. Смотрите, здесь, да, вот двойная петля, потом 3 петли, 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 3 петли. И вот по центру у вас останется 3 петли. Развернетесь и потом начнете вязать тело по кругу. Вот. И все. И вывязывать длину. Вот таким образом сравняется. Я потом вам еще, наверное, подключусь, покажу. Итак, смотрите. Я сделала все развороты. И вот осталось вот 2 петли и вот двойные петли. И последний круг. Когда мы это все вот уже начинаем по кругу вязать, просто вот провязываем лицевыми вот эти 2 петли лицевые, 3 лицевые вот эти средние, можно вот этот маркер убрать уже, 2, 3 лицевые, и вот она двойная еще петля. Ее мы провязываем вот спереди, вот так заходим, захватываем и провязываем лицевой. Вот так она получится. И все, далее вяжите по кругу нужную вам длину. Теперь мы перешли на круг и вяжем нужную длину, также довязываем резинку. Все, вот что у нас получилось сейчас. Вот на таком этапе. Здесь у меня солнышко, очень рано снимаю, утро. И вот так. Вот. Так, наверное, лучше будет видно, да? На каком мы сейчас этапе? Спинка и перед вот сравнялись. И все, вот. Дальше вяжем нужную высоту. Смотрите, какая красота. Рукава. Рукава просто набираем вот здесь петли, подрезы. И прямо по прямой я вязала рукава, потом на манжетах там немножко убавила, и все, и связала. И чайка наша готова. Дальше уже вяжите самостоятельно. Но на этом мастер-класс мой закончится.
пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.